кстати, о браслете. Да, есть и браслет. Но, конечно же, как ваш личный ювелирный стилист, я никогда не позволю вам остаться только в одной цепочке. Это скучно и неправильно. Чтобы потом не теряться в том, какой же браслет подобрать к этой цепочке, я вам советую, даже по-дружески в первую очередь рекомендую, приобрести браслет такого же идентичного плетения, такого же названия. Но нам... Цена у него сегодня настолько великолепно привлекательна. Это просто какой-то магнетический гипноз. Посмотрите, 990 рублей за браслет, который выглядит абсолютно точно как золотой. Выглядит как золотой, стоит как серебряный. В основе у нас здесь серебро 925 пробы, сверху позолота 585 пробы. Сейчас на ваших экранах карабинчик, это самый надежный замочек. Здесь он такой же ширины, как и звенья, он вплетается в общую конструкцию и комбинацию. Обратите внимание, что здесь же мы с вами видим, к тому же еще и пробу. Посмотрите, клеймо завода-изготовителя. Так, давайте поговорим о паспорте, точнее я вам его покажу, потому что с каждым нашим ювелирным изделием к вам приезжает паспорт. Итак, мы читаем браслет Нона с золочением, на профессиональном языке так называется позолота. Я вам показываю паспорт браслета длиной 19 сантиметров, весом почти 3 грамма. Кстати, это же очень важно, вы можете подобрать браслет конкретно на свое запястье, чтобы потом не задумываться о том, какую мастерскую отнести браслетик, чтобы снять звенья. Если у вас очень-очень изящные ручки, запястья, конечно же, придется, наверное, уменьшать, но проблем здесь не будет. Посмотрите еще раз на это плетение. Я почему именно такие плетения люблю? Особенно здорово такие браслеты дарить, потому что знаете вы размер, не знаете, вы в любом случае попадете в точку. Такой браслет легко уменьшить. Есть у нас цельные литые браслеты, там уже, если вы промахнетесь с размером, увы, увы. В данном случае у вас проблем не будет. Так что смело дарите. Обещала вам, что покажу еще и на нашу цепочку паспорта. Сейчас я это сделаю, потому что хочу, чтобы вы были уверены на 100% в безопасности ваших покупок с каналом Shop & Show. Итак, браслет Нона, стартовая цена 990 рублей. Цепь. Актуальная стоимость только сегодня до полуночи. Цепь тоже у нас называется Нона. По цене буквально смехотворной. Стартовая цена от 1490 рублей. А вот у нас паспорт и на цепочку. Давайте прочитаем с вами. Цепочка Нона. Золочение. Все так же точно. Это паспорт на цепочку длиной 45 сантиметров. Серебро у нас в основе 925 пробы. Вес более 6 граммов. Весомое, достойное и... доступное предложение, цена актуальна до полуночи. Ну что ж, я очень надеюсь, что вы решите выбрать и цепи, и браслет. Это идеальная гармония. И я сейчас вам прикину, да даже посчитаю стоимость. Она очень доступна и легко поддается устному счету. 2480 рублей за гарнитур вашей мечты. 2480 рублей. Максимально доступная цена. А хотите, еще вас шокируют цифрами. Вы сэкономите на этом гарнитуре сегодня 3740 рублей. То есть вы платите меньше, чем экономите. Где, в каком ювелирном магазине вам предложат такие условия? Это возможно только на канале Shop & Show, что особенно приятно. И всегда я вам на это ваше внимание обращаю, всегда подчеркиваю. Все изделия у нас представлены в ограниченном количестве. Партии у нас очень небольшие. И я... очень этому радует. Это значит, что каждое изделие действительно будет уникальным, и вы себя будете в ней, в этой цепочке, в этом браслете чувствовать единственное и неповторимое. Ведь согласитесь, дорогие женщины, этого мы и дожидаемся, и добиваемся от ювелирных изделий. Мне, конечно, очень нравится, как смотрится цепь Нона каскадом. Вы сами видите, что она выглядит в паре с другими цепями, как колье. Это замечательное решение вечернее, потому что вы можете отправиться, допустим, на работу в одной цепочке Нона, затем всего лишь две цепочки, имея в сумочке, вечером их добавить к этой одной цепочке, вы получаете вечернее колье. Вечернее решение, которое смотрится интересно и что особенно важно, сейчас еще и очень модно. Итак, я вам еще раз демонстрирую браслет, еще раз обращаем внимание на застежку. Определяйтесь быстрее с размером. Варианты длины от 18 до 20
30 сантиметров. Я надеюсь, что вы тоже стали одной из обладательниц этого чудесного ювелирного изделия. Давайте определимся сейчас еще и с шириной браслета. Итак, смотрим, ширина браслета у нас порядка даже 3 с таким вот небольшим хвостиком миллиметров. Идентичное плетение у нас на цепочке. Цепочка сегодня является специальным предложением. Ну что, вы уже сделали звонок, вы поступили абсолютно правильно.